С благотворительным фондом «Страна чудес» Ленинское отделение Всероссийского общества инвалидов связывает давняя дружба. Около 5 лет фонд помогает организовывать досуг людям с ограниченными возможностями и регулярно поздравляет их с праздниками. Мы посетили очень много различных театров. Зоопарк, планетарий, дельфинарий, экскурсии по реке Москве на теплоходе. Много всего интересного было. Сейчас массовые мероприятия запрещены, но «Страна чудес» друзей не забывает. Поэтому фонд решил преподнести подопечным общества инвалидов другие подарки. Мы решили сюда старшему поколению, инвалидам нашим, членам общества, привезти какие-то подарки, которые могут их согреть. Вот мы решили, с Натальей Алексеевной посоветовались, лучше какие-то пледики. И привезли порядка 200 пледов непосредственно для общества и для их членов. Это первая только вот такая акция. Будут еще подарки, будут еще другие поступления. И каждый член организации обязательно получит подарок. Хоть до осени и холодов еще минимум 2 месяца, теплые подарки пришлись всем по душе. Спасибо большое и Наталью Алексеевну, и фонд благодарим за заботу Максима Сергеевича, за заботу, за внимание. Нам очень приятно. Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов в этом году исполняется 31 год. Все это время она оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории муниципалитета, вопреки кризисам и пандемиям. Мы не уходили в режим самоизоляции. Мы, как говорится, помогали, активно работали. И благодаря тому, что рядом с нами такие люди, наша работа ведется. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.